Здравствуйте. Мы с вами в программе «Рассказы о духовном». В нашей программе мы рассматриваем истории из Танаха. В чем их смысл, каков их истинный внутренний смысл этих историй. Мы это делаем вместе с Равом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о истории, о том, как Яков спорил с Малахом, с ангелом. Хорошо. Он, в общем-то, станет Израиль. Тогда он назывался по имени Яков и стал Израиль. И вот мы хотим посмотреть эту ситуацию, но предыстория. Он возвращается от Лавана. С ним идут жены, дети, с ним все его стада. И он опасается его новой встречи с Эсавом, братом своим. Во всей этой истории о том, как он готовит подарок Эсаву, вся эта история, и вдруг появляется история о встрече его с ангелом. Очень интересно, почему это так? Вы сначала прочтете? Ну, конечно. «И остался Яков один, и боролся человек с ним до восхода солнца. Но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его, и вывихнулся сустав бедра Якова в борьбе с ним. И сказал тот: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Но он сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал ему тот: „Как имя твое?“ И сказал он: „Яков“. И сказал тот: „Не Яков должно быть впредь имя твое, а Израиль, ибо ты состязался с ангелом и с людьми и одолел“». То есть ситуация, если мы ее кратко повторим, он переводит через реку, он был в ночь, встал, перевел двух жен и двух рабынь своих, и 11 детей своих, перевел через Явок, и остался Яков один, и боролся человек с ним до восхода зари. Вдруг появляется человек, он вдруг остался один. Что это за человек? Интересное другое. То есть, для чего он начал бороться, Яков? Почему он не убегает? Почему он ждет этой схватки? Что он от него хочет? Благословение. От кого? Да, но это уже следующий этап. Да, но о чем вообще вся эта подготовка к схватке? Нужно это понять изначально. Что он делает? К чему он готовится? Что перед ним какой-то бой, какое-то действие очень важное. Настолько важное, что он не бросает его, не убегает от него. И, может быть, это и опасно, это ночью и темно, и он не понимает. И все, чтобы получить благословение. А что такое благословение вообще? О чем мы говорим? Видно нас сколько раз в Торе, что люди ждут благословения, когда благословляют фараон, или когда Яков благословляет потом. Здесь видно начало процесса, большого процесса. Яков — это точка в сердце человека, которая после тысячи лет нашего развития в разных кругооборотах, те души, которые, в принципе, находятся рядом с нашими телами, сопровождают их, души начинают проявляться, выходить наружу, скажем так. Мы начинаем чувствовать, что в нас есть какое-то желание, которое называется точка в сердце. Это желание хочет развиваться, возвыситься. Ему необходимо ощущать себя над этим миром, над этой границей, чтобы не было здесь ничего из этого мира, из того, что нас притягивает в этом мире. Мы ощущаем, что нам нужно уже прийти к какому-то
божественному осознанию или пониманию смысла жизни, что с нами, кто ведет нами. Существенные, очень серьезные вопросы, на которых мы в мире нашем не нашли ответа, и, может быть, и не найдем, потому что нет. Но эти вопросы, они, в принципе, начало нашей души. Так пробуждается душа в человеке. И она не оставляет нам никакой возможности найти ответ до того момента, пока мы не входим в эту борьбу, когда нам необходимо начать новую жизнь выше, чем этот мир, достичь сил, которые находятся перед нами, приобрести их, эти силы, которые развивают душу. А как мы можем развить душу, то есть ту самую маленькую точку, именно посредством нашего эгоизма, большого эгоизма, высшего эгоизма, не мелкого, который делится на деньги, на секс, на семью, на почести в земном срезе. Духовный эгоизм, который напротив Творца, как фараон или как Исав, это такие большие, огромные желания духовные, которые являются для нас помехой в духовном. И чтобы, когда мы боремся с этими помехами, именно благодаря этим помехам мы поднимаемся, мы переворачиваем эту помеху в благословение. Это вспомогающая сила. И та сила Яаков, когда она уже готова, когда у нее, вокруг нее уже и дети, и жены, и скот, когда у него уже есть на чем, на что опереться, и теперь он идет вперед. Ему сейчас необходимо раскрыть вот эти желания, о которых говорится, создал я злое начало и Тору, как исправляющий его. Сначала ему нужно раскрыть это злое начало, а это Эсав. Это тот самый ангел, который необходим ему. Этот ангел — посланник Эсава? Да. Он все зло, которое находится в человеке, пути его к Творцу. И то зло, которое он исправляет, таким образом он сближается с Творцом. Я на минуточку хочу привести в порядок картину. Сложно, но я попробую. Конечно. Яаков — это душа человека. Та часть в человеке, с которой начала пробуждаться. Начало души. Начало души, которое пробуждается, и он хочет с нею уже прийти в иной мир. Это Яаков. Да. То есть люди, стада... Все, что в нем, все, что в душе его. И нужно это все развивать, все эти желания, все эти склонности. То есть все, что в нем имеется, да, сейчас, он должен встретить Эсава. В сущности, Эсав — это его близнец-брат. Да, ну и что? Это брат-близнец. То есть желание получить, то большое желание получить, злое начало, которое начинается с того момента, как я... вхожу на этот путь к Творцу до конца этого пути. Все мои 613 разбитых желаний — это Эсав. Я, в сущности, встречаю... Яаков встречает своего брата-близнеца. Тот символизирует душу, а здесь его злое начало — брат-близнец. Да, как и сотворил Творец. Это напротив того... И нам необходимо видеть в человеке две эти силы, которые входят вместе и работают в правильном сочетании. Это называется, что посланник Эсава его благословляет. А первое благословение он получил от Ицхака, от своего отца. И так он продвигается к исправлению всех 613 желаний, что есть наше так злое начало. Почему же написано? Здесь написано. Он его спрашивает имя и так далее, тот не отвечает, и он не соглашается назвать свое имя, этот посланник, и говорит, но ты не будешь Яаков, а будешь Израиль, ибо ты боролся с ангелом, с людьми, одолел их. Да, тем он благословляет его, потому что это злое начало, это в самом деле помощь против него, против Творца. Мы говорили об этом. Что все, что делает Эсав, и злое начало, и фараон, и Билам, и Балак, в конечном тоже было благословение. Да-да. Он хотел
нанести проклятие, а потом благословил. Да. Так же и здесь. Все те, которые восстают против нас, которые хотят нас уничтожить в каждом поколении, они благословляют нас. Но он это место называет Пни-Эль. Я видел Творца лицом к лицу, по ним. Да, это лицо Творца. Да, но он говорит, я его видел лицом к лицу, относится к этому человеку. Потому что с помощью того, что он раскрывает вот эти желания получить, большие желания получить Эсава, он тем самым притягивает свет мудрости, это называется свет лица. Свет лика. Хорошо, порядка стало больше. Он притягивает свет хохма, свет мудрости. Да, мудрость — это раскрытие лица, раскрытие света, того света, который Творец подготовил к творениям. И ты можешь раскрыть этот свет только в желании получить, в желании Эсава. Эти желания, они не исправлены, их нужно исправить, эти свойства, все эти неисправленные желания. И после их исправления ты их наполняешь светом мудрости. И тогда в этом свете мудрости, который раскрывается в исправленных желаниях получать, ты раскрываешь лика Творца. Поэтому Пни-Эль. Окей, вы говорите о свете Хохма. Есть разные виды этого света? Есть всего лишь два. Есть свет Хасадин, который исправляет желание, и свет Хохма, который наполняет желание. То есть мне сначала нужно направить свое желание, чтобы было к отдаче, на благо ближнему, а не на свое благо. А потом это желание наполняется, в нем раскрывается Творец. И это называется свет Хохма. Потому что все наши желания изначально не исправлены. Я не могу использовать ни одно желание, если я не буду там ощущать в нем выигрыш, выгоду. Сейчас моя выгода в каждом желании — это когда я получаю, когда я приобретаю что-то, когда я приподнимаюсь над другими людьми, когда делаю им плохо, может быть, вред. В общем, когда я веду расчет в свой счет, чем мне лучше и чем хуже остальным. Хочу я или не хочу, так направляет меня действовать моя природа. Это нормально. Да, нормально, так все. Ну, хорошо, да, все так говорят и так и делают. Но, если мы хотим прийти к духовному, духовное — это называется, что я в чем-то похож на Творца. И там мы должны быть противоположны. Все на благо ближнего. Что, и я, вместо того, чтобы постоянно, неосознанно, подсознательно думал о себе, я буду думать о тебе. Возлюби ближнего, как самого себя. И тогда, когда я начинаю этот путь исправления себя и направления на благо общества и ближнего, и через это к любви к Творцу, я тогда начинаю раскрывать, что мои желания, они ужасны. Они на самом деле очень жестоки. И тогда я начинаю с ними бороться. И тогда я чувствую, что это как большое чудовище, которое во мне, которое мне ничего не позволяет сделать. Оно портит мне все хорошее, что я начинаю. И Яаков во мне, вот то слабое, маленькое начало, ничего не способно сделать с этими большими, огромными желаниями, помехами. И тогда в темноте, в безвыходном положении, я начинаю бороться с этими желаниями. Я хочу их под себя подогнать. Все эти желания. Все эти 613 желаний. Все это чудовище. Эти 613 неисправленных желаний, которые находятся во мне, и постепенно они выходят на свет и мешают мне отдавать, любить. И тогда начинаю с ними бороться. Это называется та борьба в том месте с посланником Эсава ночью. И мне необходимо, мне нужно, чтобы эти желания, они были подо мной, чтобы я их исправил с помощью света исправляющего, с помощью Торы. И тогда я приду к слиянию с Творцом. Тогда я приду к раскрытию Творца, к раскрытию духовного мира. Поэтому это настолько важно. Если я могу взять эти желания и по одному их исправить, то тогда я в своем пути нахожусь.
И по тому пути, по которому я иду, я называюсь Исраэль, прямо к Творцу. Поэтому тот ангел говорит Якову: «Я сейчас буду под тобой, и ты называешься Исраэль». И это и есть то благословение. Больше мне ничего не надо. И поэтому мы видим, что это злое начало — это помощь, специально созданная таким образом. Оно готово поддаться и сдаться нам только при условии, когда человек захочет его победить. Это борьба. Это внутренняя борьба, очень особенная внутренняя борьба, красивая. Она такая борьба, в котором строится, в этой борьбе строится, рождается человек. Каждый раз в нас. И каждый раз так происходит. На каждой ступени, пока мы не доходим до конца исправления. И каждый раз есть такое состояние, что Яков борется. Да. А почему он остался один? Что, вы смотрите, сколько было. Эта точка, и только она находится в борьбе с этим злым началом, потому что их Творец создал друг напротив другой. Ведь он готов был пожертвовать, очень большое пожертвование дать Эсаву. Да. Он готов был Эсаву пожертвовать. Он все ему готов отдать, все, что это желание получить, хочет получить для себя, для того, чтобы поддержать его в существовании, чтобы потом в пути забрать от него ту часть, которую ему необходима, и исправить ее. Конечно, тебе необходимо, как ослу, тебе необходимо давать ему семечки и воду, все, что ему необходимо для того, чтобы тащить этот воз. Так и здесь. Без того желания, которое будет участвовать в этом, невозможно идти. Давайте послушаем вторую часть текста. «И спросил Яков, сказал, скажи же имя твое. И сказал тот, зачем ты спрашиваешь о моем имени? И благословил он его там. И нарек Яков имя месту тому Пниэль, ибо ангела видел я лицом к лицу и остался в живых. И взошло перед ним солнце, когда он проходил Пнуэль, а он хромает на бедро свое». И потому сыны Израиля до настоящего дня не едят седалищного нерва, который у сустава бедра, потому что поразил тот седалищный нерв Якова. Здесь так много вопросов, даже в этих нескольких строчках. Во-первых, что это за вопрос? Он хромает. Хромает, потому что не способен исправить все свои сосудополучения, желания до конца исправления. Есть то, что называется каменное сердце, левоэвен, седалищный нерв. В человеке, в человеческом теле это седалищный нерв, то есть часть животного уровня внутри души. В душе есть неживой, растительный, животный и человеческий. Четыре уровня желания, четыре уровня силы желаний. А седалищный нерв, он на животном уровне, неживой, растительный, животный. Перед тем, как мы его исправляем на человеческий уровень, нам нужно исправлять желание на животном уровне. Исправление желаний все начинается с праха. Сначала мы исправляем желание на уровне неживом, прах, потом растительный уровень. Это те же желания, те же 613 желаний, которые ты каждый приподнимаешь на более высокий уровень исправления. И когда мы приходим к животному уровню, ты не все желания можешь исправить, а только часть. То есть все 613 желаний, еще раз все 613, сейчас нет. На животном уровне ты отрезаешь от них часть от всех желаний, маленький кусочек от каждого. И это называется седалищный нерв. Это такие сильные желания, настолько эгоистические на животном уровне. Ты не можешь поднять этот уровень на говорящий. И поэтому они пока что остаются там. А потом, после конца исправления, когда ты исправил все, они тоже исправятся. Но не сейчас. Это как обрезание, которое делается какое-то исправление в теле. И эта часть, которая отрезается, она неисправляема. Об этом в Каббале много изучается, какое исправление в душе мы производим. То, что производим в теле, это
это только результат, якобы, какой-то символ, знак того, что происходит в душе. В душе нам необходимо делать это исправление обрезанием. Но ведь этот седалищный нерв, вы говорите, каменное сердце, да. Все это вроде одна тема. Это превращается... Мы в рассказах о духовном выясняем внутренний смысл этих историй. А здесь получается чисто торговая такая штука. Он говорит, ты мне, пожалуйста, благослови. Не дай Бог, не дай Бог. Прошу прощения, я просто не думаю об этом мире вообще. То есть вы не думаете об этом мире? Нет. Вообще пусть все наслаждаются. Я говорю о тех исправлениях, которые необходимо сделать в душе. Человек, который доходит до уровня исправления живого, животного уровня в себе, и тем самым исправляет душу, и тем самым на уровне животного он исправляет ее, это высокий уровень. Он уже понимает, с кем он в контакте, с кем он... Он уже живет над этим миром. И в этом мире, как и мы, но и в духовном, в понимании, в ощущении. И тогда он выявляет для себя, что исправлять и что нет. В частных, в отдельных желаниях души. И он знает, как это все исправить. И то, что не нужно, и то, что невозможно исправлять. Отрезать ту часть, которая не приспособлена к еде человека. Поднять с уровня животного на человеческий уровень. Тем самым мы это исправляем желание. Любое желание, которое мы исправляем, мы посредством его поднимаемся на более высокий уровень. Есть желание, которое я исправляю на животном уровне и превращаю их в человеческий уровень, говорящий. А есть желание, которое я исправляю тем самым, что я не ем их, не пользую их, а наоборот замораживаю. И только при этом условии я поднимаюсь на человеческий, на говорящий уровень. Это как и мясо, и молоко в духовном. У нас есть такие обычаи в нашем мире. Всякие разные обычаи, которые вследствие... А как же это действует, эти обычаи? Все эти обычаи... В духовном процессе. Когда говорят, что есть, что не есть, вообще все это исходит из исправления желаний. 613 желаний, которые в нас, которые нам необходимо исправить, в использовании на благо ближнего. Так это в духовном. Человек может находиться в духовном, не выполняя этих традиций? Конечно, может. Факт, у нас есть очень много исправлений, которые мы делаем в духовном, и у нас нет возможности их исправить в нашем мире. Как так? Примерно половина мицвот зависит от земли, от святости земли, которой нет. Или еще четверть заповедей или больше, которые зависят от храма, которого тоже нет. Вся работа коэнов и леви там. И так далее. То есть совсем это никаким образом не зависит от того, что мы делаем телами в нашем мире. Мы нашими телами делаем обычаи. Это общие рамки народа, культура народа и все. Но все исправления, они только лишь в исправлении сердца, исправлении желаний. Вот это объяснение, оно революционное. Это объяснение, ну, по крайней мере, как я понимаю, нету такого. Вы нигде его не можете услышать. Потому что после изгнания, то, что мы получили после всего этого скрытия, мы получили такое представление, что нам нужно исполнять какие-то только механические действия, как куклы, и все, этого достаточно. И не нужно якобы исправлять сердце и, конечно же, приподнимать себя на уровень «возлюби ближнего», а это правило в Торе. Об этом речи не идет. Нет. Но если об этом не говорят. Конечно, об этом говорят, может быть, как о чем-то там неважном, а оставляют это для детей. В сущности, вы говорите, что весь этот процесс скрыт от нас? Да. До сегодняшнего дня, потому что нам нужно было так оставаться до конца... изгнания. 100 лет тому назад мы уже пришли в Израиль, и это знак, что мы должны подняться в духовный Израиль, в желание прямо к Творцу, Израиль. Это с точки Якова,
начальной точки души до Творца, до раскрытия Творца. И это точная ситуация, вы точно говорите о той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И сейчас нам нужно начать бой с Эсавом, который в нас, между нами и в нас. А мы знаем, когда мы входим? Любой, кто ненавидит Кабалу, в нем есть посланник Эсава. Каждый? Каждый, кто, который ненавидит Кабалу. Это, ненавидит Кабалу. Да, ну, это а как... Яков? Он знает? Вы сказали, что он готовит себя к этому бою. Он жаждет этого боя, и он не уступает, и он говорит, отсюда ты не уйдешь, пока не дашь благословения. Он должен, ему необходимо, чтобы Кабала была та сила, которая справляет весь мир, то есть все желания, которые во всех и в каждом. И тогда наступает время. Тут есть момент времени, есть ночь, есть день. Бой ночью. Да, чтобы пришел день. И он говорит, наступает день, мне надо уходить. Да, потому что эти силы работают ночью, во время изгнания они правят. А когда мы хотим выйти из изгнания, то здесь как раз тот переход, этот временной переход перед восходом. То есть ночь — это что? Это время? Это время перехода из изгнания, что есть, это и есть ночь, в день, который будет весь заполнен светом. Я надеюсь, мы удостоимся этого вскоре. Большое вам спасибо, Рав Лайтман. Ну, кое-что мы выучили еще о духовных историях, о рассказах. Эти интересные рассказы, которые мы услышали, присоединяйтесь к нам и в новые наши программы рассказов о духовном.